Всем привет, дорогие друзья! Начинаем свой очередной обзор с трассы Таврида. И сегодня мы подходим к завершению первого участка. Сегодня мы прокатимся с вами до Батального, и там совсем немножко останется. Обратите внимание, сейчас мы проезжаем фонтан, село Фонтан, оно с левой стороны от дороги, и ставят направляющий шум забора. В прошлый раз мы проезжали, начинали только ставить, а сейчас уже вот по всей длине, видите, установили. Ну и дальше, конечно, вот Луговой, Ильичево, все это мы здесь были с вами, летали, ездили, ходили. Ну и посмотрите, это первый этап, заканчивается он на Феодосийской развязке, где заканчивается и Керченский полуостров в этом районе, и Феодосийская развязка, поселок Приморский, там первый этап будет заканчиваться. Ну и мы с вами эту развязку увидим чуть позже. А сейчас у нас трасса от Ерофеева, Батальная, посмотрим, как живут люди внутри, побываем этих сел. Ну, естественно, дорогу сверху и снизу. Пока вот движемся мы с вами по Тавриде и смотрим, где какие населенные пункты находятся. Поговаривают злые языки, что вот этот участок могут открыть уже заранее к курортному сезону, тем более, что именно вот первый участок практически готов в четырехполосном исполнении. Ну, естественно, тут вот сразу едешь, шевелится народ, работают там такие мелкие работы, на откосах в основном идут работы. Так что есть надежда, что вот этот, здесь были одни из самых больших пробок в прошлые годы, когда строили. Ну а сейчас вот, чтобы этого избежать, можно открыть вот в четырехполосном исполнении вот этот интервал. А может быть, еще и обход Феодосии откроют, что скорее всего. Ну а мы вот посмотрим с вами на карте маршрут нашего движения от точки А до точки Б. И мы начинаем с вами вот сверху развязку села Ерофеева. Его обходит автомобильная дорога, естественно. Ну вот сейчас мы разворачиваемся. Показал я вам в той стороне Керчь. Разворачиваемся и летим теперь в сторону Феодосии и Симферополя по дороге. Обход, это у нас получается обход села Ерофеева. Вот Ерофеева у нас будет по левую сторону. Ну а мы давайте посмотрим, здесь мы еще с вами не были, посмотрим на состояние дороги. Видите, вот собственно о чем я вам и говорил, что здесь практически 4 полосы уже готовы, но пока только машины двигаются по двум полосам. Вот с левой стороны здесь мы хорошо видим заезд и выезд в село. Так что посмотрите, здесь видно прям четко, как село обходит. Вот видите, поворачивает налево. Ну а существующая дорога, старая дорога, она проходит по центру села, как обычно у нас. Ну, естественно, эта дорога там сохранилась. Сейчас мы здесь немножко пролетим с вами и затем заедем в село, посмотрим, как там дела обстоят. Ну, естественно, такое маленькое, малюсенькое, можно сказать, село Ерофеево до 1948 года село называлось Минорелли Шибан. Вот такое было название. Население села порядка 120-125 человек. Ну, все зависит от года. К сожалению, в последние годы людей больше не становится, а наоборот. Ну и вот посмотрите, мы с вами такие вот зигзаги здесь выполняем. И впереди здесь практически рядом, вот на карте хорошо это видно, два населенных пункта Ерофеева и сельское поселение Батальное. Вот оно впереди видно.
здесь вдалеке, видите, вот с левой стороны старая дорога пошла. Ну, а мы с вами разворачиваемся и давайте прогуляемся по Ерофееву, сверху посмотрим, я немножко расскажу вам. На 2017 год в Ерофеево числится 4 улицы, ну вот всего лишь. Село связано автобусным сообщением с райцентром и городами Крыма, и с соседними населенными пунктами. Ну это вот на горизонте уже Батальное появляется. Расположено село Ерофеево в западной части Керченского полуострова в Кашайской балке, в левом притоке реки Алибай. Высота от центра села над уровнем моря 56 метров. Ну и вот мы возвращаемся с вами обратно. Маленький населенный пункт, вот там практически домов-то не видно. Ну, есть. Расстояние над уровнем моря 56 метров. Расстояние до районного центра Ленина около 15 километров по шоссе. Ну, это все Ленинский район, он просто огромный. Такое впечатление, он занимает почти весь Керченский полуостров, Ленинский район. Ну, исключая, конечно, Керчь и ближайшие поселки Керчи. В 15 километрах на северо-восток ближайшая железнодорожная станция Бранное поле на линии Джанкой-Керчь. Примерно в 8 километрах. Вот само село, видите? Транспортное сообщение осуществляется по дороге Армянск-Джанкой-Феодосия-Керчь. Ну, историю села читать вам не буду. Первое упоминание о селе было в 1784 году. И вот посмотрите, вышка здесь стоит. Ну и практически мы здесь вот с вами все село проехали, посмотрели. Теперь еще немножко вот проедем по самому Ерофеево. Это старая дорога. Вот раньше это дороги Керчь-Феодосия. С нее мы свернули, чтобы выехать на новую Тавриду. Ну, та дорога еще более-менее, а здесь вот, как говорится, без комментариев. Малочисленное село, много пустых домов, нежилых, я имею в виду, я заметил, вот с этой стороны только что проехали, в начале там два было. Мы выезжаем с вами на Тавриду. Это вот поворот налево. И мы движемся с вами в сторону Феодосии по Тавриде. Видите, пока только в двухполосном исполнении здесь движение идет. Здесь мы с вами сверху пролетели, посмотрели. Ну а давайте теперь еще и проедем, оценим, так сказать, дорогу. Как я уже сказал, планируют все-таки, как поговаривают злые языки, что вот этот участок первый, второй откроют курортному сезону. Ну, в принципе, здесь все, как я уже сказал, готово. Ну и предпосылки к этому есть, что работают здесь техника, то вот не было, а сейчас вот опять появилось. Ну и вот мы, видите, съехали на другую сторону, чтобы проехать. Вот я не туда поехал, надо было на путепровод заворачивать, а я вот свернул не туда, поворот не туда. Ну, сейчас мы это все дело исправим. И вот теперь мы едем с вами правильно, заезжаем на... Сейчас мы повернем направо на Батальное, поворот налево, это на 700-ку, железнодорожная станция там. Ее мы тоже обязательно с вами в свое время заедем, посмотрим. Ну и вот, собственно говоря, само Батальное. Батальное до 45 года называлось Арма-Эли. Находится село в Ленинском районе, как вы уже догадались. Население Батального 1250-1300 человек в этом вот районе. Посмотрите, здесь вот есть столовая, много фур стоит, заезжают сюда дальнобойщики по старой памяти, наверное. Ну и вот мы, видите, по селу с вами едем. Достаточно оно такое вытянутое село.
На 17-й год в Батальном числилось 11 улиц. По данным сельсовета, село занимало площадь 166,6 гектара, на которых расположились 453 двора. И проживает, как я уже сказал, от 1250 до 1300 человек. Ну и вот как оно выглядит сверху. Это мы с вами движемся по уже новой дороге. Именно вот здесь новое строительство было, обход Батального. Видите, здесь достаточно большая выемка грунта была произведена. Вот видите, откосы какие. В селе действует средняя школа, средняя образовательная школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, отделение почты. Батальное связано автобусным сообщением с райцентром и городами Крыма и соседними населенными пунктами. Вот так оно выглядит. Расположено село в западной части Керченского полуострова, у истоков маловодной речки Песчаная. Высота центра села над уровнем моря 57 метров. Расстояние до райцентра около 18 километров. Ближайшая железнодорожная станция «Семисотка» на линии Джанкой-Керчь, примерно в 9 километрах. Ну и транспортное сообщение осуществляется по автодороге Армянск-Джанкой-Феодосия-Керчь. Ну теперь это уже будет новая Таврида. Видите, здесь сделали путепровод, под ним для прогона сельскохозяйственной техники и прохода скота. Ну и дорога уходит дальше, даже там совсем немножко остается до феодосийской развязки, но это мы с вами посмотрим обязательно уже в другой серии. Ну и не буду читать историю. Первое упоминание деревни Юзмак, как раньше называлось, было в 1667 году. Кому будет интересно, может, конечно, почитать. Ну и вот так вот, видите, с левой стороны это у нас старая дорога Керчь-Феодосия. Вот они соединяются. И здесь пока вот первый участок от Керчи до поселка Приморский. По существующей дороге фактически прокладывали Тавриду. Единственное новое строительство было это обход населенных пунктов. Ну а дальше вот обход Феодосии, совершенно новое строительство. И дальше туда до Белогорска. Это практически новое строительство, новая Таврида. Вот очередная модульная заправка. Видите, молодцы, подсуетились, потому что не было заправок от Керчи прям практически до Феодосии. Надо было заправляться, заезжать в Феодосию. А сейчас вот модульных только на этом участке я насчитал 4 штуки. Причем с обеих сторон они стоят. От Керчи и до Феодосии. Ну а мы возвращаемся с вами и посмотрим на Батальное сверху. Перед селом расположился асфальтобетонный завод. Ну и логично все, что рядышком, видите, сыпучие материалы здесь. Тем более сейчас грандиозная будет укладка третьего слоя асфальта. И понадобится много асфальтомастичной смеси. Ну вот прям здесь, видите, погрузчик суетится, щебеночку подвозит. Это модульные бетонные асфальтобетонные заводы. Где грандиозные стройки, там его можно разместить неподалеку, чтобы плечо доставки было не очень большим. Строительство закончилось, собрали, увезли в другое место. Местность рекультивировали, и как будто ничего и не было. Так, сельское кладбище, и вот, собственно говоря, само село. Про него я уже вам немножко рассказал.
вы посмотрите красивые виды. А я на этом заканчиваю, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч!